сегодня 15-е, вернее, мая, вот мы пришли сюда, там внизу прохода нет. Это вот автобусы заворачиваются, рядом тут троллейбус, рядом лоб течет, и там натянули ленты. Ну, нельзя пройти. И мы сразу сюда вот повернули. Это Барнаульский вокзал, речной вокзал. Вот, пошли. Вот видно даже, как у меня тут висит на мордочек. Вот оно. Вчера мы были здесь, на этой горе, Нагорный парк. Это храм во имя Иоанна Предтечи. Вот так. А тут мы подходим сейчас к мосту. Машины бегут, а там внизу для людей. И вот это поднимается как винтообразная лестница. Ну, закрыли. Почему? Непонятно. А мы не стали разговаривать. Пошли сюда дальше. Вот они, машины. А это тротуар. А это Обь. Красавица. На берегу-то хорошо говорить. А попади туда к ней. Она утащит. Вон она как. Все, кораблики пошли, теперь путешествия будут. Барнаул. Пойдем, ураганщик. Хотел встретиться с владыкой сегодня там, походить, поснимать с гидом. А его нету. Дал домашний адрес, телефон. А потом пришлось еще раз звонить. Мобильный, да. Вон у него есть. Сказать только, чтобы. Вот что мы зайдем сейчас и вернемся назад. Пойдем сейчас мы спустимся вниз. Ну, мы здесь посмотрели. Путь открытый. Большие машины идут. Трехрядное движение. В одном направлении три. И в другом три. Так, пошли. Сейчас мы туда спустимся. Какая лесенка длинная. Ну-ка, давай. Тихо. Давай, потихоньку. Давай, давай. Потихоньку, потихоньку. Давай. Еще хорошо. Тихо, тихо. Подожди. Дай-ка я рядом пойду с тобой. Давай. Тихо, тихо. Как мы спускаемся. Ой-ой-ой, прости, прости, прости. Наступил на ногу. Ну куда? Пошли здесь. Рядом. Да, прохода нету. Вот она какая здесь. Машина здесь. Иди сюда. Туда не уходи. Там машины идут. Сразу задавим нас.
хотелось с этой стороны пройти. На этой стороне ни разу не был. В этой, у дороги. Вон там мужчина пошел вперед. Мы, значит, за ним можем зайти. Закрыто, но небольшая дорожка все-таки есть, видать. Вот тут траншея. А ну-ка, давай-ка мы пройдем туда. Давай, вперед. Вперед. Давай, тащи меня на гору. Ну-ка, мы прошли тут. Вот оно как. С этой стороны еще ни разу не был. Вон как. Это тут Барнаул. Это храм. Я на Предтече. Машина выскальзывает. Ну-ка попробуем, как тут. Можно, нет. Охота мне отсюда поснимать. Абсолютно хорошо. Тут Москва, а там с той стороны Берлин. Пошли. Мутная река течет. Видать, по полям где-то захватила воду. Во как. Сколько тут труда-то положено. Это из Барнаула, Катя, из Барнаула. А там, которые идут, в Барнаул. Вот тут мы еще ни разу не были. Пошли. Ты заглядываешь все время.
флаги убрали. Ну, не везде убрали. Вот тут убрали, ну как, ну. А вон залив, куда вода ушла. Вот она вот, центральное русло. Тут бакины стоят. Огни горят. А вон телевышка центральная. Одесса, Якорь. Как это немцы терзяли это все? Понимали уже, что все кончилось. Огромные машины такие. Четвертый, Севастополь отдали. Вырвали. Ты туда не лезь, упадешь, разобьешься об воду. Потеряешься. А вот уже добрались и до Минска. Поперли из Белоруссии. Уже на не начало, а конец. На той стороне. Это здание, вот, которое большое, 26 этажей, я насчитал. На той стороне. Ни разу не был здесь, на этой стороне. За все годы. Как-то надо обходить было, не знал как. Через ограждение не полезешь. Вильнюс. Отдали. Брестская крепость. Следующая. Еще на стороне Советского Союза.
уже 44-й год. Вместе с ним указан. Мастей. А вот Бухарест. Это уже за границу пошли. Все. Но в России еще Таллин держали. Продолжается. Вот оно, Таллин, Эстония. Пошли. Принялись за Прибалтику. Вот он идет корабль. Тот 44-й год, Рига. Одно за другим. Уже понимали люди, что что-то к концу идет. А русская территория еще не вся освобождена. Еще север держит. Мурманск освободили. Все. Страна свободная. Теперь уже что? И тут тоже где-то тут горело лес. Вот, 5-й год наступил. 45-й. Конечно, ощущали, что к концу дело идет. Варшава. Что-то накрутили, какие-то камни. Что это означает? Лес поломал. Будапешт. Пошли. Все, вплотную уже идут. А там уже с юга громят. На два фронта. Все проиграно. Господа, война проиграна, сказал однажды. Братислава. Конечно, Вену не хотели отдавать. Все же Австрия, австрияки. Но у Бога по-другому было высчитано. Вена. О, вертолет сел.
строится, что-то дорогу делают там. Ну и последнее, Берлин, 1945 год, и на этом все. Война закончилась. Ой-ой-ой. Так, тихо-тихо. Пошли, но только не торопись. Иначе ты меня уронишь. Я специально держу аппарат, хочу с той стороны теперь снять. Так, иди рядом. Рядом. Ураган. Все заглядывать тут. Заглядывать нечего. Вон она, вот. Сейчас. Вот они, машины идут. Вот мы тут и спускаемся. Все хорошо обделано. И по ступеньке хорошие. Тихо. Стой. Там мужик идет в трусах в одних. То ли купаться думает, то ли чего. Пойдем. Пошли. Тут охраняют все. Правильно и делают, потому что всякое бывает. Это не игрушка, такой мост сделали. Красота. Владимир Николаевич Баварин любил на него сфотографироваться. Я знаю это. Патрулируется вооруженной охраной. Вот так. Вот она как мост устроил. Мудрость человеческая, великая мудрость мосты строить. Я сам строитель, но мосты не строю, только по мелочи. А это огромный мост. Общесоюзного, федерального значения. Пошли, пошли ты. Еще заглядываешь. О, вот тут вышли мы. Вон там вертолетная площадка, крест. Там начинается Москва, в 42-м отбросили. А это дальше уже. Дома, видать. Деревья такие. Видно, что я иду. Курск. Уже не отдали. 43-й год. Там в другом порядке идут города. Умно все сделали как. Отпраздновали шикарно. Особенно это получилось в Беларуси у батьки Александра Григорьевича Лукашенко.
пошли. Так, пойдем. Вот трава снятая там. Значит, вода поднималась, видимо, да, или снегом прижала. Я ходил там непрерывно, иду, снимаю. Я учился здесь техникуме строительным. Ничего этого не было. Моста не было. Там какой-то железнодорожный, там рядом на веренице. Фотографирую, вот такая, какое устройство моста, видать. Вон большая баржа, баржа плывет. Баржа. Интересно, дерево упало, а там кто-то залез на дерево. Пошли. Пошли. Севастополь. Красота Божья и человеческая. Помог Господь. Рядом. Там Барнаул. Красивый город. Добрый день. Вот он идет. Думал, я не стал его снимать, а он наоборот хотел, видимо, чтобы рукой помахал. Видно, что идет. О, пошли. Голову сует между решетками.
ящик все время смотрит. Вот он надвигается на нас. Это он против течения идет.